Пловцы Казанского университета стали призерами спартакиады образовательных организаций высшего образования Республики Татарстан. В Казанском дворце водных видов спорта прошел финал спартакиады образовательных организаций высшего образования Республики Татарстан, где сборная по плаванию Казанского университета завоевала 5 золотых медалей первенства, 1 серебряную и 4 бронзовых. Спартакиада прошла вообще в общем целом успешно. Серьезные соревнования, серьезные соперники, такие как Академия, КГСУ, КАИ. Команда проявила себя достаточно хорошо. У нас в этом году был действительно конкурентный состав. Каждый проявил себя в лучшей форме. Ну, конечно, у кого-то были косяки, но я думаю, каждый спортсмен должен дать себе отчет и работать над этим. В следующем году ребята планируют готовиться еще усерднее, чтобы поддержать планку минимум 2-го места. Будем в следующем году стараться выступить в еще лучшей форме. Может, поменяем состав, что-нибудь добавим, что-нибудь уберем. Но мы должны держать как минимум планку 2-го места и показать, что мы не так далеко от первого. Лев Диденко, Фарид Захитоглы, Универ Ньюс.